Здравствуйте, друзья! Сегодня среда, 15 декабря 2021 года. И снова рынок, и снова Краснодар. Как видите, сегодня нет овощей, нет животных, только цветы. Итак, начинаю обзор со своего товара. Ну вот это все, даже стыдно показывать, это все, что есть. Приехали, собственно говоря, из-за азалий. Ну вот последние азалии, вот как бы нам доторговать, по 200 и по 400 рублей. Ну расцвели прям все красивые, шикарные. Вот, и вывезла вот то, что из морозники я снимала, махровые морозники. Ну вот два морозника. Ну не знаю, прошу 600 рублей, а там посмотрим. Как будет. На 8 марта в прошлом году морозники были 1500, махровые. Вот делаю акцент на махровые. Вот смотрите, один цветок распустился, тут вот смотрите, вышел еще один бутон. Вот тут вот третий бутон. Думаю, к 8 марта будет красивый куст. Вот. Ну и вот этот чуть пораньше расцвел. Он уже отцветает, и смотрю, вот здесь вот новые бутоны пошли, ну тоже красивый будет. А вот это вот третий, еще один пускает, вот видите, тоже цветочный бутон. Вот, и бегония. Бегония у меня по 200 рублей. Сегодня бегонию вывезли еще по 250 рублей. У меня вот кустики, они не поменьше, они кустики побольше, листьев больше, но они не такие огромные, шикарные. Там выращены на капиллярных матах, а у меня нет, у меня обычные только маты приобрели. Ну так. Что сегодня? Сегодня пуансеттии доторговывают. Камнеломка красная и белая камнеломка, вот она, пуансеттия, цикламены, пеларгония зональная, фикусы прям вот приезжаешь, с каждым разом они все больше и больше, наверное, они так быстро растут, да, быстро, долго растут, наоборот, медленно. Вот почем сегодня фикусы? 150 рублей. Ну, так же, как я и в предыдущее видео вам показывала, 150 рублей фикусы. Пуансеттия. 300 у вас пуансеттия, да? 150. Сегодня у всех пуансеттия 150 рублей. Фуксия 100 рублей. Пеларгония зональная тоже 100 рублей. Вот это вот что? Скажите, а что вот это? Это иберис. Это почвопокровник, да? Или что-то такое? Это кустарниковый. Видите, он такой вот миленький-миленький кустарниковый. Но я первый раз слышу, поэтому лучше промолчу. А то что-то скажу не так. Так, здесь у Лены пеларгония, зональная пеларгония. Потом вот такие эффектные радесканции. Вот смотрите, у нее на макушечке розово-белые вот такие, есть белые. А снизу оно зеленое идет. Ну, красивое, вот такое чувство, прям как бабочки сидят на зелени. И много виолы меленькой. Сейчас я подойду там. Вот эта вот виола мелкая, да, во-первых, она у нас всю зиму цветет, во-вторых, она летом до июля месяца на грядках усыпанные цветами, потом она сеется. Сама растут опять новые
новая поросль, и она снова к осени зацветает. Ну вот просто шикарная виола. Единственный недостаток – очень низкая цена, очень низкая. Почем, Лен, у тебя? 30 рублей. Вот 30 рублей. Ну, разные, видите, разные, красивые. Но один раз посеяли или посадили себе под дерево куда-то, и она цветет, ну, практически круглый год. Ну, у нас, в Краснодарском крае. Я не знаю, как в Центральной России. Фуксия. Лен, у тебя здесь по несколько штук или один кустик? Вот здесь вот по два, а вот там вот один. Ну, хорошие. Вот посмотрите, жирные-жирные бутоны. Полуампельный? Вот, смотри, полуампельный. Ага. А почем? 250 рублей 200. Ну, здесь один только горшок. 70 рублей вместе с висюлькой. Что уж там говорить. Конечно, вот это дешево, недорого. Вот. И туя. И туя есть. Почем? Почем? 700 рублей. Ну, хорошая, большая туя. Так что вот. А теперь... Каланхои цветущие. Вот у каланхои вот недавно, то есть, ну, я не знаю, сколько лет тому назад начали завозить цветущие каланхои. У бабушек на окнах она стояла, вроде как и не цвела, я даже не видела. Но сейчас столько расцветок ее, каких только нет. И вот, в общем-то, если не махровая каланхои, на нее никто уже и смотреть не будет. И, в общем-то, она выращивается несложно. Вот эти череночки на 8 марта, люди вот тысячами их выращивают, и к 8 марта как раз она зацветает. И получается, что ну, дармовая рассада, и вот на продажу на 8 марта, кстати, неплохо берут. А бабушки с удовольствием каланхои на окнах выращивают. Так, пеларгония. Тоже фуксия. Ну, это в стаканчиках. Фуксия по 100 рублей, да, у вас? 100 рублей. Давайте поближе покажу вам красавицу. Все-таки зима, декабрь месяц. Хочется цветочки посмотреть. Вот еще бордовенькая такая вот она. Фикусы. Здесь уже выгнали ирисы на выгонку. Ну, я потом пойдем посмотрю на срезки, что там сегодня творится. Пуансетия. Пуансетия. Так, сколько тут расцветок? Желтая, вот белая с розовым с таким налетом. Красная, ну почти вишневая такая. Вот розовая с желтым. Вот прям такая желтая, еще ярче. И вот цветная. Вот такая. У вас тоже 150, да? 250. А вот скажите, вот это. Гербера. Она как размножается? А, вы брали рассадой, да? То есть она не клубеньковая, а она корень. Семенами? Ну вот видите, я какая дремучая, да? Семенами гербера размножается. Это низкорослая, да, не на срезку, но очень зацветает, видите, декабрь месяц. Декабрь месяц. Надо вот, наверное, как-то вот подогнать еще посев вот именно к декабрю месяцу. Не буду умничать, не знаю, могу сказать. Так, цикламены почем сегодня? 200 рублей. Цикламены прям шикарные, шикарные. Я вам потом покажу еще. Тут вывезли карликовые цикламены. Ну, может быть, не карликовые, а те, что в советские времена были маленькие. Но эти очень красивые, очень прям. Сколько? 18 градусов нужно им температуру, собственно говоря, не очень высокую, но и не низкую. При 18 градусов нормально они растут, нормально размножаются, так что можно приобретать. Можно луковицы здесь, конечно, покупают очень крупные, откалиброванные.
Ну, если взять и себе дома на размножение, я не знаю, я не пробовала, да? Но у нас много таких цветоводов, которые пробуют, выращивают. Поэтому вот весь цикл тоже из семян можно. Вот она, даже из семян можно. Ну, в общем, технологию выращивания не могу сказать. Да. Что говорите? Идет семян не клубнями? А я думала, это клубнями, луковица. Это семенной такой цикламен. Ну вот видите, сколько я нового узнаю. Из семян сеешь, а потом наращивает. Сеешь семена, потом наращивает клубни. А ну клубень же все равно высаживаешь, чтобы быстро выгонку сделать. Ну в общем, это семенную рассаду покупают без клубня. Так, адениум. Адениума уже чуть-чуть осталось. Все больше и больше. Но вот смотрите, у нее стебель уже толстенький, попочки такие толстенькие, шикарненькие, красивые. Вот видите, цветет красиво. Есть махровые, есть немахровые, разных расцветок. Адениум шикарный. И потом, знаете, достоинство, не надо его поливать много. А, вон еще цветущий, хотела показать вам, вот, жопка его, вот она, видите? Да, холодно еще, сейчас плюс 3 у нас температура, ну, 8 часов утра. Диплодения красавица, розовая, в основном розовая. И вот такие вот... забыла, как он называется. А? Грызковник? А, крестовник. Ага, ага. Ну, вон, видите, какой красивый. Ой, он так растет. У меня все заплел. Ужас. Нет, нет, такой же. Восковой прям лист у него такой. Вот прям восковой, восковой, да. Вот он, шикарный. Так, пуансетия. Так, ну вот здесь вот много всего. Да, это многолетники. Даже не могу сказать. Куфея, да? Начну с нее. Куфея, значит, сандалина, здесь что? Это мята, да? Шалфей. Шалфей. Вот это вот красивая яснотка. В общем, не буду все спрашивать. Все хорошее, все многолетнее. Цикламен. У Германа, как всегда, у него хвойные. Туи, но туи все различные, разных расцветок. Ну, уже мало. Вот смотрите, я думала, что вот он возит. У меня такое чувство было, что он одно и то же возит. А у него, вот смотрю, совсем мало осталось. Ну, то есть народ интересуется, берут. Это он, наверное, может быть... подращивает, не могу сказать. Елочки красавицы вот у него. И лимон прям с плодами, с лимончиками. Майера лимон, это его рассада. Ну, была 150 рублей, его нет сегодня, сейчас, поэтому не могу спросить цену. Пеларгония зональная 150 рублей. Королевская. Пуансетия, ну это, наверное, карликовая, что ли, прям совсем маленькая пуансетия. Или подрастет, многолетник же. Фуксия.
Так, и ампельное растение. Так, здесь уалы. Они занимаются папоротниками. Смотрите, какой папоротник красивый. Низенький, прям шикарный, шикарный. Вот, смотрите, красавец. Ну, тут, наверное, не один, тут два, может быть, три. Вот, вот такой папоротник. Ну, по 400 рублей у них. По 400, да? 400 рублей папоротники, красивые. Понсетия. Бегония элатиор. Элатиор. Вот если она, смотрите, не махровая, да? Но она такая красивая. Она вот, прям, я не знаю, вот даже более нежная, мне кажется, чем махровая бегония. Желтая с таким розоватым отливом. Очень красивая. Ну и вот красная с желтым краем. Вот такая розовая. Ну и вот такие. Цикламен. А это бегония элатиор тоже. Вот она в больших ампельных вазонах. Так, там в вазончиках. Тоже растения, что скажем, там бегонии, пиониум, бегония, ну и в общем вот так. И хочу показать у нее бегонии декоративно-лиственные. Ой, ну красивые, я уже тут выбрала себе, честно говоря, по 250 рублей у нее. Мои по 200, тут вот по 250 рублей. Ну шикарные, шикарные. Прям, наверное, я не знаю, может быть, сейчас сезон бегоний. Летом им было плохо. Летом вот и у меня были слабенькие такие, чахленькие. Я уже прям вот рукой махнула на них. Думаю, да елки-палки, они совсем и вытянулись, и какие-то вот, ну, поблекли, расцветка поблекла. А тут вот сейчас прям красавицы, красавицы. Ну, чуть-чуть подтапливают, конечно, теплицу, что уж тут говорить. Эскаргот вот этот улиточкой. Я не все сорта знаю, поэтому не буду говорить. Глоксиния сегодня красавица. Посмотрите, она вся-вся в бутонах. Ну вся шикарная. Вот там бутонов море просто. Просто море. Сейчас я вам покажу вот этот вот, такая вот расцветка, такая нежная. Да-да, вот. По 250, да? 200 рублей. Шикарные. Ну, это вот махровые, а здесь не махровые, но очень крупные-крупные там цветы. А тут вот даже вот такой. Ну, фуксия. Ну, все тоже, да? Цикламен. Цикламен красивый. Ничего не могу сказать. Вот в этих вазончиках, в подвесных кашпо, они вообще большие. Сейчас я поближе подойду, хоть одну кашпо вам покажу. Это бегония элатиор. Здесь вот не махровые, да, сорта, но очень красивые. С оранжевым, с розовой каемочкой. И вот хотела вам показать, я говорила, что да, цикламены меленькие. Смотрите, какие красивые. Сейчас я вытащу вазон, горшочек, покажу вам. Ну, чтобы вы видели размер, листик такой мелкий, да.
Но сам цветок красивый, красивый. Вот такой он темно-темно-розового цвета, даже ближе к бордовому. Просто у меня экран не передает это. И с белой каемочкой. Шикарный. Цикламены. И вот в кашпо. Смотрите, какой куст. Вот в магазине, в Аби, где-то, где-либо еще, там в Леруа, в Ашане, вы такого не встретите. Мало того, что еще и цена гораздо-гораздо меньше у нас, чем вот в супермаркетах. Ну, там, ясное дело, доставка там и прочее цену диктует. Тут вот такое. Здесь у Лены, ну, доторговывает она своей пуансетией. И вот смотрите, нежная-нежная зелень. И макушечка красненькая. То есть вот таких светло-зеленых ни у кого нет, у всех темно-зеленые. Хотя Лена и говорит, что страшненькие, да ничего не страшненькие, красивые. Красивые. Вот они. Вот смотрите, есть вот светлая такая зелень. А есть вот потемнее, видите? И бегония латиор. Бальзамины. Бальзамины крупные, шикарные. Вот смотрите, размер цветка огромный. Пеларгония зональная. Фуксия у нее. Цикламены. Ну вот солнце вышло, уже все, уже экран прям белый становится. Поближе приходится ставить экран к цветку. Так, шалфей. Санталина махровая. Лаванда. Так, ну и вот у них хвойные елочки все различные. Посмотрите, красивые, красивые прям елочки. Ну, одна в одну, прям как на подбор. Здесь что хочу сказать, морозники, вот морозники, ну вот они по 500 рублей, я не знаю, махровые они или нет, но уже с бутонами. Ну вот начинается, а вот он не махровый, бутончики. Уже по 500 рублей. И хотела вам показать вот эту азалию, посмотрите, какая красивая. А, сейчас я не буду подходить вот так. Вот это вот высокая азалия. Видите, какой цветок? Куст большой, прям красивый. И рядом азалия тоже. Вот с бутонами тоже. Куст высокий-высокий. Очень красивая. Я что-то не спросила, почем оно. Видите, какая красота. Ну, колюсы здесь есть кое-какие. Гвоздика. В кашпо пеларгония. Цикламен. Примула. Ну, примула у нас уже вот в открытом грунте давно цветет. У меня, я не знаю, наверное, с октября месяца цветет, цветет, цветет. Вот, ну, а это уже, наверное, рассадой полученная или рассаженная. Белая, не махровая. И вот есть розовенькие. Иониум, цикламен.
Понсетия, ну по 150 рублей понсетия. Уже фикусы, видите, какие огромные красавцы. А, вот Рео, традисканция Рео. Вы знаете, не часто можно встретить Рео на рынке. Вот он размножается вот так. Вот он не вьется, а вот так вот размножается. Или от корня, или из пазух листьев новые розетки выходят. Сразу розеточками. А вот Рео оказалось, вот я была в Цветкове на фирме, да, и там вот это Рео, там их несколько сортов. Их очень много. У меня один такой огромный-огромный, там лист только полметра длиной. Вот, есть такие вот, которые действительно свисающие, вот ампельные. Вот этот другой вот вид, видите, он именно так вот, кустовой, но очень красивый. Вот такой. Глоксиния просто шикарная, посмотрите, какая красавица. Огромные-огромные колокола. Ну вот в диаметре, наверное, 10-12 сантиметров. Вот такой вот диаметр. И велюровые, вот именно велюровые расцветки. Настолько красавцы. Давайте поближе вам еще покажу. Да, вот это. Вот, вот, вот. Шикарная. Вот сиреневая. Очень красивые бутоны. Там один бутон только, наверное, сантиметра три в диаметре. Так, ну я вот прошлась. Прошла всех, честно говорю. Всех никого не забыла. Так, теперь на срезку пойду.